Здравствуйте, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Алла Гейтман. Вы увидите много интересного, истории из моей жизни, путешествия, а также приготовленные моим мужем вкуснейшие блюда. Подписывайтесь на мой канал. Приятных вам просмотров! Всем добрый день! Вы на канале Алла Гейтман, и я вам хочу сказать, что у меня уже чемоданное настроение. Но все равно еще много нужно чего сделать. Вот готовлю кушать. Сейчас я вам варится супчик. Здесь я делаю тефтелечки. Вот накрутила. Сейчас поджариваю их. Будут тефтелечки. Вот. Потом нужно пойти погладить, сложить частично чемодан. По поводу Мотечки могу вам сказать, что, слава богу, она немножечко уже отходит. Единственное, что она боится выходить на улицу. Вот ей надо пойти на улицу. И она стоит в свое окошко, смотрит. Да, вот у нее выход, и она боится, смотрит. Пока пришел в замызганной куртке. Не замызганной, а в рабочей куртке. Она чистая, просто она в масле. Все убираем. На зиму все тут мы чистим. Сейчас ступенечки помоем. Палатку тоже вот нашу освобождает. Стол вывозим. В общем, полностью подготовка к зиме. Вот, выливает всю водичку. Это мы обычно ставим бетончик с водой. Мало ли, когда отключают. Ну, хотя бы, как говорится, для унитаза. Извините за такие подробности, но что есть, то есть. Ну вот, пошла я дальше заниматься дома. Маша, Матюша. Иди, Матюшечка, пойдешь, да? Пойдешь? Матюша, ты пойдешь? Давай, спрыгивай, давай. Прыгай. Вот она идет, ну боится. Села, смотрит. Иди, Матюшечка, не бойся. Мне вчера вообще предложили, говорит, налейте ей немножечко валерьяночки. Но она уже более-менее успокоилась, но все равно боится. О, и опять пошла домой. Боится она еще немножко. Пока поболтала, надо перевернуть мои тефтельки, а то они сейчас подгорят. Я люблю переворачивать вилочкой. Вот, уже подрумянились. Такие вот. Сейчас я все переверну. Вот. Сегодня разбила кувшин. Как Славик говорит, на счастье. Ну, значит, на счастье. Надо будет поехать и купить себе кувшин. Пока у меня там все жарится, хочу вам показать, какое у меня буйное цветение фиалочек. Вот такие вот у меня фиалки. И все цветут. Вот, смотрите, какой нежный-нежный розовый цвет. Просто прелесть какой. Вот здесь такая, здесь махровенькая. Вот такая. Ну, сейчас я постараюсь ее вот показать, чтобы мне ее вот такая. Вот это вот, она, если сильно светло, она темная. Если темно, она белеет. И вот такая. И вот только одна у меня еще не цветет. Вот это. А так все мои фиалочки. Но они меня все время радуют. Я их люблю. И они ко мне относятся так же. Вот еще раз. А это просто такая вот красотень. Супчик я приготовила. Гречечку сварила. Такая хорошая гречечка получилась. И поставила вот тушить в подливке свои фрикаделечки, тефтелечки. Ну, в общем, как-то так. Мне нужно все это быстренько успеть, потому что уже сколько времени? Уже час дня. В 3 часа ко мне придет Любочка сделать мне коррекцию. Надо уже свои ногтики обновить, чтобы они были более красивенькие. Ну, вот так у меня проходит день. Сегодня посмотрела видео,
у тех, кто отдыхает сейчас в Египте, и сказали, что там есть комары, поэтому нужно было купить вот такие вот, купили мы пластинки. Вот, чемоданчик у меня уже практически готов. Вот, ну, остались мелочи. Мелочи, которые нужно будет сделать. И, собственно говоря, мы уже практически готовы. Мы в предвкушении чего-то хорошего. Пересмотрела немножечко своих видео, как мы там отдыхали. Вот, и... мне уже очень хочется. Поэтому, пожалуйста, заходите на мой канал. Посмотрите мои видео, которые я буду снимать. О, Мотя пришла. Которые я буду снимать новые. И я думаю, вы не разочаруетесь моими видео. Что, моя девочка? Вот, ты пришла, моя хорошая. Да? Вот моя Мотечка пришла, моя хорошая Мотечка. Моя трусишка, да, трусишка. Ну, в общем-то, не знаю, может быть, что-то еще сниму, но пока будем на этом заканчивать. Что, от меня уехала моя Любашка, сниматься не захотела, сделала мне вот такие вот ногтики, такую вот красоту. Так что я полностью готова. Кстати, чемодан практически уже тоже у меня собран. Мы взвесили, получилось 16,5 килограмм, так что все в порядке. Ну вот на этом буду заканчивать свой вложик. До новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока.